Всем привет! Продолжаем путешествовать по выставкам Петербурга, Рарта. Выставка арт-объектов венская художница Вероника Таусик. Называется она «Красный, черный, желтый». Вот посмотрите на работы. Родилась художница Вероника Таусик в 48-м году в Румынии. Ну, живет и работает в Вене. Профессиональная деятельность связана исключительно с дизайном интерьера. Но одновременно вот она делает некие персональные выставки. Выставки экспонировались в Праге, Берлине, Лодзе. И вот приехали к нам в Петербург. Вот как написано в анонсе. В ее работах есть отголоски Константина Браукузи, русских конструктивистов Ханса Арпа, Александра Колдера, Николая Шефера, но в первую очередь Анри Матисса. Ну, так написано. Художница вызывает на мир вещей только через далекие, мерцающие ассоциации. Из игры бликов на отполированных стальных и алюминиевых поверхностях и из таинственных оптических эффектов рождается повествование о свете. Художница использует насыщенные, чистые цвета, гармонично сочетая те из них, что наиболее ярко выражает радость и энергию жизни. Вот посмотрите на работы венской художницы Вероника Таусик. «Красный, черный и желтый» так называется выставка. Проходит она в Ирарте. Для меня это была просто некая такая проходящая выставка. Но тем не менее, любая выставка – это выставка, любой художник что-то пытается выразить. Надо его понять. Возможно, я совсем понял эту выставку. Ну, в общем, посмотрел и вам показал. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Всего хорошего. Выставка «Красный, черный, желтый» венской художницы Вероники Таусик. Пока-пока, до свидания.